И всем привет, ребята, и сегодня мы играем в Brawl Stars. Давно не было видео, я просто был чуть-чуть занят. Так, ребята, пока не снимал видео, у меня есть Леон. Ну, Бонни, Роза и Бу. У меня теперь 8639 кубков. Давайте играть. Давайте возьмем Леона. Ну ладно. Минус 8. Не, наверное, я пока не буду на нем играть. Я все кубки сейчас солью. Мне надо на нем чуть-чуть подучиться играть. Так, кого возьмем, ребят? Сейчас я решу пока. Так, ребята, я решил, возьмем рикошеты. Так, ребята, опа, сразу три банки, и Энгер, и Биби. Блин, банки забрали, ну ладно. Так. Убиваем Энгера. Так. Сейчас слишком много бойцов. Да. Блин, на шестое место. Ну, хотя бы несли кубки. Давайте следующую катку. Так, забираем банку. 6 секунд, ребята. Так, давайте играть. Я теперь сделал, чтобы не шумело, но должно помочь. А, нет. Ну ладно. Так. Блин. Так, все убил. Ах, блин. Ульту. Как сказать? Не так использовал, как надо было. Так, тут Эль Примо. Там Леон еще где-то, вон он. Так. Минус. Блин, почти первое место, ну ладно, второе тоже. Норм. Так, последний раз еще сыграю, чтобы выполнить это задание. Так, ребята. Так, ребята, давайте продолжать.
Так. Давайте возьмем банку. И... Еще одна. Тут ошели. Блин. Седьмое место. Так. Ладно, зато выполнили задание. Так. Так. Так, ребят. Давайте возьмем другого бравлера. Давайте возьмем Пенни. Так. Давайте заберем банку. Вторую тоже. Ребята, не забывайте ставьте лайки, если ставите лайки, если понравится это видео. А если не понравится, можете написать в комментариях, что мне снимать еще. Так. Там Энгер. Там Динамайк. Так, мы с Эм задимились. Так, кидай ульту. Блин. Так. Давайте еще сыграем. Так, ребята. Так. Загружается. Давайте возьмем банку, хотя бы одну. Тут Эмс. Так, тут Кольт. Давайте уже пройдем. Блин. Ладно. Так, ребят, минус 5 кубков. И ничего не получаю, потому что было плюс 5, и сейчас минус 5. Ну ладно. Кстати, ребята, в комментариях напишите, кого лучше брать следующего. Тару? Макса? Или Байрона? Или Байрона. Я даже не знаю, кого брать просто. Так.
ребята, у меня нету Ори, наверное, многие его испытали. Я сейчас попробую на нем играть, а потом сыграю в другую игру еще. И новый бравлер скоро будет Мелоди. О, как раз повезло, одиночный. Ну тут боты, я знаю, это легко. Так. Пока. Так, сказали ему пока, и он умирает. Так, еще две банки. И использую мульту. Давай. Я на него рассчитываю. Ладно. Так, и давайте сыграем другую игру. И мы будем играть в симулятор крутого чувака. Давайте играть, пока сейчас загрузка. Итак, ребят, загрузилось. Возьмем Бугатти. Бугатти Фром. Ой. Ну ладно. Зато сразу денежки возьмем. Поехали дальше. Так. И давайте так полетим. Я же кое-что забыл включить, чтобы лучше было. Мунгравити. Так. Так и вот, мы активировали чит-код. Да, я сейчас проверю. Да. Не попал, к сожалению. Уже. Так. Давайте на горе влетим. И взлетим не из-за того, что... А из-за этого. И прям на гору. Так. И еще взлетаем. Понятно. Наконец-то мы приземлились. Да, ведь, надеюсь? Да. Так. У меня что-то с колесом, он теперь влево едет. Ой. Застопила машину. Ладно, поедем вот так вот. Без проблем. Только это мне хуже. Так. А дерево заделись. И приземляемся. Так. И, кстати, кто не забыл, вы можете мне писать игры, я их протестирую, а если играл, то оценю. Ну и оценю тоже, если не знаю. И скажу, советую эту игру или нет.
Но эту игру советую, тут можно делать что хочешь. И прям на гору. Нет, мы с горы улетели, к сожалению. Давайте введем чит-код, чтобы еще крутее было. Круче было. И вот этот чит-код. Теперь у нас 5 звезд. Ну, вообще норм. Иммун граффити и 5 звезд. Сейчас у меня вертолеты будут гоняться. Ну, а сейчас по сути сразу лучше бы так было бы. Давайте в мост. Боже. О! Ну, думаю, это достойно лайка. Вот. Еще и вот так вылетели. Если не хотите пропускать мои ролики, ставьте лайк. Как-то я быстро это твое еще хочу. Так. Они что там, с другого края страны едут, что не могут до меня доехать? Ладно. И так сойдет. Теперь наоборот вправо едет. Ладно. Так, там вертолет был, я видел. По карте. Опа. Опа. Это у меня это моя машина вправо едет. Ой. И. Мы сейчас будем так летать. 20 минут пройдет. Так. Давайте. Давайте на вертолет сядем. Сядем мы. Туди. Повезло тебе. А тебе не повезло. Имею. Блин, ну не попал. Опять не попал. Нет, не попал. Ну ладно. Если вы не хотите залезать по лестнице, а хотите по-крутому вот так вот свету. Через это потом прыгаем вот сюда и вот сюда. Угу. И прям сюда упал другой вертолет. Ладно, давайте его скинем. Уйди, там кто-то внутри сидит. А можно там что-то забрать? Может, там денежка есть? Он полетел. Приятного полета. Еще одни летит. Я прикинул, если бы он сейчас тоже упал. Так и давайте забираем вертолет. Полетели. Так. И прыгаем. Давайте прямо в самый низ. И одного хп не снесло. Ну, норм.
Я читер. Ну, она из-за чего? Из-за того, что у меня включен Moon Gravity. Кстати, тут-то можно деньги на халяву забрать. Смотрите. Идем на второй этаж. Даже ничего не надо делать. И просто, видите, ищем там день. Ну, вот так. Опа. Еще одна. И вон еще одна. Ну и все вроде. А, нет, еще вон там. Ладно, быстро заберем. Все справить. Да, вроде. Так, тут за банкомат. Ну, ладно, ребят. Подписывайтесь на канал. Я могу с вами прощаться. И всем пока-пока.